приехала Toyota, что, Карина, да? Леворукая? Да. Карина Е. Ну, это та же самая колдина, двигатель 3С. Да. Ну, вот, человек жалуется, что не работает второй цилиндр. Попробовал свечку, на свечник снял, не работает. А искра-то есть вообще? Не смотрел? Вообще есть. Да? Я как-то ровно. Так, ну что будем делать? Сейчас снимаем подсвечник, чтобы... И первым делом все-таки проверим свечку, искру. Сюда обязательно кладем на массу. Обязательно. Надо, чтобы видно было электрод. Вот сюда вот снимай. Я сейчас крутану, он заведется. И посмотрим. Ага, есть? И поедет. А у тебя что это? Не, за ничего нету. А, у тебя же мешалка, да? Да. А что это? На мешалку нельзя поставить? Можно, но погодится. Ну я подержу. Ну я... Есть, есть искра. Есть искра? Да. Мы же вот первую причину исключили. Опа. Искра есть. Искра есть, да? Искра есть. Сейчас вторая причина, может быть, не поступает топливо, то есть не работает форсунка. Форсунки вот там далеко. Форсунки тут не подлезть. Так, как подлезть? Сейчас будем думать. Сейчас буду говорить. Значит, решили к форсункам не лезть, потому что неудобно. Сейчас выкрутим свечку и померим компрессию. Если компрессии нет, то понятно, что это из-за этого не работает. Ключ свечной короткий. Не нужен. Короткий. Мужики, запомните, весь интернет запомните. Не работает, потому что что-то не хватает. Шучу. Сейчас разберемся. А давно у тебя? Вчера. Вчерашнего? Прям резко или резко? Я масло поменял. Угу. И поехал, километров, наверное, 20 проехал, и такая вот скорее началась. Уж думаю, лучше бы масло не менял. А может совпало? Может совпало, конечно. Так, вот такой ключик. Ключик. А напади, у тебя еще там алюминиевый наконечник, нет? Да не железо. Нет, металлический. Денсер. Ну вот. Если бы не сгорала, была бы мокрая. Ну ладно. Сейчас возьмем компрессор. Так. У тебя этот какого? Че? Распределитель типа трамблера, да? Да, трамблер. Вон. Так, ну что, ну, чтобы не испортить катушки, надо снять с него управление. Вот здесь вот, чтобы катушку не испортить зажигание. При замере компрессии. О, а что на у тебя на этом? На хомуте там что-то сломано, да? Вот это хомут. Ну, чтобы не бултыхался. Так, управление сняли катушкой. Теперь... Я сейчас крутану, а ты смотри, не должно скрыпить. Не должно, понял. Угу. Она не должна не завестись. Нету. Ну все, в порядке. А что, у тебя ручника нету? Он есть, но там... Ну нету, короче. Может, кстати, нету. Да. Сейчас что будем делать? Сейчас будем... Это, ты сядешь? Так, вставляем компрессометр. Давай. Все, хорош. Компрессия у тебя 3,5. Чего говоришь? Все мало. Все
все, либо клапан, либо кольца. Сейчас будем разбираться. Значит, компрессия в цилиндре 3,5. Работать он у тебя начнет. Хотя бы, ну, 6 там было бы, хотя бы, или 5, да. 3,5 он уже даже не заведется, если бы во всех. И замена масла тут, я думаю, ни при чем. Она просто, может быть, усугубила каким способом. Масло гуще, какое-то давление на кольца, может быть, это я предполагаю. И они раньше, или сейчас опять же, может быть же у тебя не кольца, у тебя может эти быть. Клапан. Клапана, да. Сейчас будем смотреть. Немножко масла зальем. Так, масло залили. Теперь сейчас смотрим залитым маслом. Давай, погнали. Все, хорош. Ничего не поднимается у тебя, даже вообще не поднимается. Все, скорее всего, клапана прогорели. Какой-то из клапанов, какой, не знаю. Второй. Уже прогорал у тебя? Да. Именно в этом цилиндре? 2 года назад, да, именно в этом цилиндре. А его нормально притирали, все, или так поставили? Нормально притирали, все. Да? Ну, один способ лечения, головку снимать. По-любому. Ну, вот она и вся причина, поэтому цилиндр не работает. И так не бывает, что раз ни с того ни с сего. Это, видимо, уже вот она, была на грани. А то, что там масло поменяло, это совпадение, чисто совпадение. Совпадение. Да. Вот такие вот дела.